делать? Спросить прямо или... Нет, нет. Если он из людей, как Джавада, то он очень умен. Он тоже может быть опасным. Надо сказать об этом моем. Парвати, бандит пришел. Это все для невесты. Спокойно. Надо быть осторожной. Так он ничего не заподозрит. Парвати, тут подарки. Посмотришь? Что случилось? Сестра, а куда делся майор? Да, он вышел по делу, а что? Все хорошо? Да, я... Сестра, я хочу сказать тебе что-то о Шантану. Да, говори, что такое. Невестка, ты еще долго будешь нести молоко? Бандит уже ждет, чтобы начать обряд. Давай, иди. Да, мама, сейчас принесу. Я вернусь. Дядя. Парвати, невестка, хорошо, что ты здесь. Принеси блюдо для подношения. Парвати, что-то случилось? Ты кажешься очень обеспокоенной. Мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама, если увидите майора, скажите, что я его ищу. Прошу. Братец Самрат. Самрат. Ай! Ой, прости, прости, прости. 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 Шатабди, я скоро вернусь. Скажи сестре, что я пошла в комнату кое-что взять, ладно? Подозрительно. Почему Парвати так волнуется? С фотографией с вороном ничего не докажешь. Надо найти больше улик для его ареста. День, когда я пришла, он отнял у меня фото. Но почему? Что хотел скрыть? Мой брат, несколько месяцев назад он неожиданно умер. Добро пожаловать в реальность, мэм. То есть, невестка? Вы моя невестка? Да? Я надеюсь, ты помнишь человека на этом снимке.
ворую. Тот ворон, за которого ты вышла, мой старший брат. Ваш брат? Тогда как вы попали в СПГ? Есть способы убедить людей. И ложь один из них. Тогда выходит, то, что случилось, за этим стояли вы? Правда странно, что защитник стал зверем? Тебя обманул мой невинный вид. Но майор был прав. Всегда прав. Но благодаря тебе он мне поверил. Сядь! За что вы мне мстите? Почему вы это делаете? В глазах рановато, а я хочу увидеть страх и ужас. Этого я хочу. Твоей боли и его мук. Это меня порадует. Очень порадовал. У меня был план расправиться с Сунари. После помолвки я убью Сунари, прежде чем Рудра придет в себя от ее смерти. Потеряет жену. Но ты сорвала мой план. Не беда. Страдания Рудры — вот моя цель. Это неизбежно. Почему Сунари? Он убил моего брата. Убив его сестру, я ему отомщу. Дядя, покупки сделаны. Рудра, Парвати искала тебя. Где она? Пошла туда. Мой майор убил преступника. Он убил предателя. Он убил такого человека, у которого нет права жить. Хватит болтать. Ясно? Прекрати. Паро! Стой! Стой там! Удивительно, господин майор. Мы снова вместе, втроем. На этот раз карты раскрыты. Если ты навредишь, Паро! Еще слово, и я выпущу все пули в ее голову. Тихо, без шума. Слушай, отпусти Паро. Она не вредила тебе. Пусти ее! Отпустить? Зачем? Невестка? Она моя невестка. Вдова моего брата, да? Невестка, скажешь ему правду? Я не твоя невестка. Молчи! Ты очень умен. Ты все сам выяснил, да? Отпусти, назад. Паро. Назад, назад! Иначе убью ее. Не трогай ее. Это я пристрелил твоего брата. Я стою перед тобой. Стреляй в меня. Зачем в нее? Зачем в нее? Чтобы увидеть страх, ужас, муки в твоих глазах. Сможешь это выдержать? Нет, нет. Отпусти ее. Куда спешить, господин майор? Сперва сделай что-то для меня. Говори. Говори. Извинись. Извинись! Ладно. Ладно. Нет, майор. Не извиняйтесь. Он заслужил это. Молчи! Вниз. На колени. Давай. Извинись. Хорошо. Хорошо. Майор, не извиняйтесь. Тише, Паро. Мне извиниться? Ладно, сейчас. Я сейчас. Не вреди, Паро.
Я сейчас. Сейчас. Извинись. Извини. Не так. Извинись, как положено. Скажи, что сожалеешь об убийстве моего брата. Быстро. Прости. За то, что убил твоего брата. Прости. Паро. А теперь... Убей меня. Стреляй. Стреляй! Не ошибайся, оставив мне жизнь, иначе я все равно отомщу. Замолчи! Мои извинения были честными. Я ошибся, убив твоего брата. Надо было арестовать его. Пусть бы страдал больше. Пусть бы страдал. Пусть бы провел остаток жизни за решеткой в ожидании смерти. Пусть бы умер в чертовой петле. Я не дам тебе умереть так легко, не так легко. Как ты посмел коснуться Паро? Как ты посмел навредить ей? Бей. Как ты посмел? Бей! Не ошибись, оставив меня в живых! Я вернусь! Бей! Я все равно смогу тебе отомстить, Парвати! Сэр, этот негодяй, он даже не изменил имя. Шантану Кумар. Он вступил в СБГ, обманул всех. Вам бы впору похвалить меня! Тот, кто много думает... часто делает ошибки, как и ты, войдя в мой дом. Легко храбриться перед тигром в клетке, рановат. Я просил убить меня, но ты отказался. Но я не так милосерден. Я вернусь, и моя месть свершится. Рудра. Он тебя провоцирует. Не надо. Кто-то скажет этой толстухе не рыдать. Мне пришлось играть с ней в любовь. Слушать эти никчемные разговоры. Эй, чего ты плачешь? Сердце разбито. А ты что думала? Я правда тебя люблю? Ты слепая? Хватит нести чушь. Иначе что? Арестуем за это? Уже арестовал. Заткнись. Эй! Паро! Парвати! Парвати! Паро! Сестра! Я предупреждал рановат! Я все равно отомщу! Рудра, Паро в порядке! Паро! Пуля прошла мимо Парвати. Она попала в стену. В этот раз она выжила рановат. Но что ты сделаешь в следующий раз? Буду возвращаться, пока не отомщу! Уведите его! Я позвоню доктору. Паро будет в порядке. Она в порядке? Что с ней? Парвати нужен покой. Она пострадала? Я бы не назвала это травмой. Остальное она вам сама расскажет. Паро! Паро! Что такое? Ты ведь в порядке? Почему ты упала в обморок? Я в порядке, майор. Нет, не в порядке. Ты упала в обморок.
Я испугался. Чего ты смеешься? Это шутка? Что с ней? Ничего такого. А что с ней, она тебе сама скажет. Сама скажет? Как ты могла улыбаться и... Как я смогу вам ответить, если вы не перестанете спрашивать? А если я не отвечу, как вы узнаете, что станете отцом? Паро, я... Что? Что? Что такое? Повторить? Нет. Вы станете отцом. Что за день? Просто кошмар. Да, ну и денек. Словно солнце взошло с шипами. Прежде чем радоваться, вспомните, что свадьбу дочери отменили час назад. Ты должна благодарить Бога, что ее отменили. Правда о Шантану открылась в последний момент. Иначе то, что произошло с Парвати час назад, случилось бы и с нашей дочерью. Брат, я отправил Сунери к родне на пару дней. Потом она вернется. Нет, пусть она останется там. Если успокоится, ей будет легче все забыть. Кстати, есть и добрые вести. Митхали. Да, папа. Принеси сладости. Раздай всем. Да, папа. Да, сейчас. То есть ты папой станешь? Нет, то есть я стану мамой? Что я говорю? Ты счастлива? О чем это вы? Я очень счастлива. Подумайте, вы станете отцом, а я матерью. Еще что-то. Кое-что от тебя. Да, говори, что нужно? Когда мой малыш родится, он будет называть тебя не тетей, а мамой. Ты согласна? Да. Тетя как мама. И ты моя сестра. Моему ребенку повезет. Его будут любить две мамы. Сестра, я понимаю, через что ты прошла. Ты расстроена из-за меня. Тише. Как я могу сердиться на тебя? Ладно, отдыхай. Доктор сказал, тебе нужен покой. Отдыхай. Если что-то нужно, зови. Хорошо? Я рядом. Садись. Что такое? В чем дело? Как же ты это делаешь, Паро? Что? Как ты узнала, что сестре грустно? Паро. Я не могу понять. Этот ребенок. Я не уверен, готов ли я стать отцом. Как справлюсь с этим? Я не могу понять, Парва.
я могу навредить ему. Идите сюда. Не бойтесь. Вы будете прекрасным отцом. Я не уверен. Я боюсь. Я ведь могу повторить ошибки своих родителей. Ничего такого не будет, Майор. Все будет хорошо. Мы дадим ребенку хорошее воспитание. Вашу строгость и мою нежность. Ваше упорство и мою веру. Твою любовь и мой гнев. Когда малыш будет играть у вас на коленях, весь ваш гнев исчезнет. Готовьтесь, Майор. В вашу жизнь придет много счастья.